Магнитогорский «Металлург», дважды обладатель Кубка Гагарина, готовится к кадровым перестановкам. По данным московских обозревателей, главный тренер Виктор Козлов переведен на должность помощника. Также занимаемых должностей убрали старшего тренера и тренера вратарей Майкла Пелина и Сергея Звягина. В самом руководстве клуба эту информацию нам не опровергли и не подтвердили. Вот что заявил по телефону вице-президент хоккейного клуба «Металлург» Геннадий Величкин. Все на контрактах до 30 апреля. 30 апреля у всех контракты заканчиваются. Работа ведется дальше. Мы думаем, что делать дальше. Все. Напомню, магнитогорский «Металлург» занял 5-е место Восточной конференции. «Сталевары» уступили казанскому «Акбарсу» в полуфинальной серии плей-офф. Итоговый счет их противостояния 4-1. Отмечу, что финал Кубка Гагарина пройдет без «Металлурга» впервые за 3 года. Так что этот сезон многие аналитики называют для команды провальным. «Сталевары» сменили главного тренера по ходу сезона. Еще в начале регулярного чемпионата эту должность занимал Илья Воробьев. А в ноябре исполняющим обязанности главного тренера «Магнитки» стал Виктор Козлов. И в конце декабря он был утвержден в этой должности.